Всем привет, друзья! Меня зовут Сулу, я рада вас видеть на своем канале. Сегодня у нас мастер-класс по вязанию вот такого вот зайца. Это зайцы с плюшки, у меня вот их два, один голубенький, другой такой светло-бирюзового цвета. Если вы хотите связать себе такого же, то продолжайте смотреть. Итак, что нам понадобится для вязания нашего зайца? Это пряжа. Я использовала пряжу Картупу Амигуруми. Это полухлопковая пряжа. Здесь 50 граммах 130 метров. Вы можете взять Alize Cotton Gold, либо же Yanard Jeans на ваше усмотрение. Также это может быть любая другая пряжа, но размер игрушки, соответственно, будет другой. Далее нам необходимы ножницы, крючок 2,5 миллиметра я использую, игла с широким ушком и контрастная нить, чтобы вышить глазки и носик, и, конечно же, наполнитель. В мастер-классе у меня игрушка, она спит, она сплюшка, но вы можете использовать глазки на безопасном креплении. И у вас будет обычная игрушка с глазками. Все, давайте приступим. Вязать начинаем с ушек. Делаем кольцо амигуруми и в это кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И 6. Далее затягиваем это кольцо, и в следующем втором ряду мы должны сделать прибавки в каждый столбик, то есть в каждый столбик мы провязываем по 2 столбика без накида. Всего у нас получится 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, и так вяжем до конца ряда. Следующий третий ряд отмечаем вот так начало, и в третьем ряду вяжем 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. И так чередуем до конца ряда. 1 столбик и прибавка. Довязали вот так третий ряд, и далее 3 ряда нам необходимо провязать без изменений, то есть в каждый столбик провязывая по 1 столбику без накида. Это с 4 по 6 ряд. Вяжем. Довязали 6 ряд. Далее продолжаем в 7 ряду. Делаем первую убавку. Убавка. Далее вяжем 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 и еще одна убавка. Далее провязываем еще 7 столбиков до конца ряда. 3, 4, 5, 6 и 7. Вот так вот получается. Далее 8 и 9 ряд мы вяжем без изменений. Довязали 2 ряда прямо. Здесь у нас 16 столбиков без накида. Далее 10 ряд вяжем убавка и 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5,
6. Далее еще одна убавка. И еще 6 столбиков без накида до конца ряда. В конце ряда у нас получится 14 столбиков без накида. Затем мы провязываем 6 рядов без изменений по 14 столбиков без накида. Это мы вяжем с 11 по 16 ряд. Просто прямо провязывая в каждый столбик без накида один столбик без накида. Довязываем 16 ряд и вытягиваем нить. Кончик нити мы оставляем длинный, поскольку мы затем ушко будем пришивать к голове. Точно так же вяжем второе ухо. Далее приступаем к вязанию головы. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем нить. И в следующем ряду вяжем в каждый столбик по прибавке. В итоге у нас получится 12 столбиков без накида. Довязали ряд, отмечаем начало. Далее в третьем ряду делаем один столбик, прибавка, один столбик, прибавка. И так повторяем до конца ряда. Четвертый ряд вяжем 1, 2, прибавка, 1, 2 столбика и прибавка. Итак, повторяем до конца ряда еще 4 раза. Пятый ряд вяжем 3 столбика, прибавка. И чередуем так 6 раз. В конце ряда должно получиться 30 столбиков без накида. Следующий ряд вяжем 1, 2, 3, 4 и прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Итак, чередуем до конца ряда. 4 столбика без накида, прибавка. Седьмой ряд вяжем 5 столбиков, прибавка. И чередуем так 6 раз. В конце ряда должно получиться 42 столбика без накида. Восьмой ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков и прибавка.
Один, два, три, четыре, пять, шесть столбиков и прибавка. Итак, повторяем до конца ряда. Девятый ряд вяжем 7 столбиков, прибавка. Итак, чередуем 6 раз. И в конце ряда у вас должно получиться 54 столбика без накида. Довязали 9 ряд. Он был последним рядом с прибавками. Далее с 10 по 17 ряд мы вяжем без изменений, провязывая в каждый столбик предыдущего ряда по одному столбику без накида. То есть мы должны без изменений провязать 8 рядов. Вот так вот вяжем. Довязали 17 ряд. Далее мы будем формировать шарообразную форму, да, головы, и будем делать убавки. В следующем ряду вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 столбиков, убавка. И чередуем так до конца ряда. 7 столбиков, убавка, 7 столбиков, убавка. 19 ряд вяжем 6 столбиков, убавка. И чередуем так 6 раз. В конце ряда должно получиться 42 столбика без накида. Следующий ряд вяжем 1, 2, 3, 4 столбика, 5 и убавка. То есть мы с вами, если мы вначале прибавляли по 6 петель, столбиков в каждом ряду, теперь мы должны убавлять по 6 столбиков. Итак, вяжем до конца ряда. 5 столбиков, убавка. Чередуем. Следующий 21 ряд. Вяжем 4 столбика, убавка. Итак, чередуем 6 раз. Четыре и убавка. В конце ряда у вас получится 30 столбиков без накида. Довязали ряд, и следующий, последний ряд, это мы вяжем 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. И так до конца ряда чередуем. Всего в конце ряда получится 24 столбика без накида. Довязываем последнюю убавку и вытягиваем нить. Кончик нити нам надо оставить длинный для того, чтобы потом голову пришить к туловищу. Отрезаем. Вот такой вот шарик получился.
Теперь нам нужно плотно набить голову наполнителя. Я набила голову холофайбером. Теперь мы будем вышивать мордочку. То есть мы вышьем носик и закрытые глазки. Для этого вам нужно найти последний ряд с прибавками. Вот он сверху. Отсчитать от него 1, 2, 3, 4, 5. И вот снизу пятого вывести нить. Вот так. Далее в сторону отсчитываем 3 столбика без накида вот здесь. И возвращаемся в то же место. Подтягиваем нити. И еще раз. Теперь мы вводим нить вот здесь, но выводим ее в нижней части. Вот здесь вот. Стараемся, чтобы это было посередине. Вот так. И вот здесь вот внутрь прячем нить. И далее сразу будем вышивать глазки. Для этого нить мы иголку мы выводим вот здесь. Вот такой носик получился. Теперь делаем глазки. Вывели нить и также вот здесь вот теперь вводим нить. И далее отсчитываем 1, 2, 3, 4 и выводим нить вот здесь. Далее возвращаемся в эту часть и выводим нить уже вот здесь. Выше. Далее возвращаем вот сюда и точно так же вышиваем глаз уже с другой стороны. Вот видите, да, какой он у нас закрытый получился. Далее точно так же все вот так вот сторону отсчитываем 4, возвращаемся, делаем на столбик выше и вот все здесь. И вот такая вот мордочка получилась, и нить конечную выводим в нижней части. Все узелки у нас будут внизу, потому что мы потом голову пришьем, и их видно не будет. Вот такая вот мордочка. Далее нам необходимо пришить ушки к голове. Для этого мы ухо складываем пополам, вот так, затем еще пополам, и вот так вот прошиваем ухо. То есть оно получится вот так вот. Вот такой формы. Вот я уже один так прошила и буду теперь пришивать к голове.
Вот так я пришила ушки. Концы нити выводим вот здесь в нижней части и делаем узелок. Вот так вот выглядит голова. Теперь мы приступаем к вязанию туловища. Для этого мы сначала свяжем ручки. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6. Затягиваем нить. В следующем втором ряду нам необходимо сделать в каждый столбик прибавки. В итоге у нас получится 12 столбиков без накида. Так, 1, в тот же столбик 2, 3, в тот же столбик 4. И так до конца ряда. Отмечаем начало ряда и следующий третий ряд вяжем 1, 2 и прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2 и последняя прибавка. Далее три ряда мы вяжем без изменений. Это 4, 5 и 6 ряд. Провязали 3 ряда прямо. У нас здесь сейчас 16 столбиков без накида. Далее 7 ряд вяжем убавка. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее еще одна убавка. И еще 6 столбиков без накида до конца ряда. Вот так. Далее будет еще один ряд с убавками. Убавка. 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Еще одна убавка. И еще 5 столбиков без накида до конца ряда. Вот так сделали 2 ряда с убавками. Далее мы 12 рядов вверх вяжем без изменения по 12 столбиков без накида. Вяжем 12 рядов. Довязываем последний 20 ряд. Делаем соединительный столбик, воздушную петлю и отрезаем нить. Длинный конец нити нам не нужен, потому что ручки мы потом будем ввязывать в тело. Далее нам просто необходимо связать вторую же такую ручку и набить обе руки вот в этой вот нижней части. Далее вяжем ножки. Кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем кольцо. В следующем ряду делаем прибавки в каждый столбик. 1,
два, три, четыре, пять, шесть, и так до конца ряда. Провязали второй ряд, следующий третий ряд вяжем один столбик, прибавка, один столбик, прибавка, и так чередуем до конца ряда. Дальше с 4 по 13 ряд мы вяжем без изменений, провязывая в каждом ряду по 18 столбиков без накида. То есть мы должны без изменений провязать 10 рядов. Вот я довязала последний 13 ряд. Далее первую ножку вы делаете соединительный столбик, вот она, и отрезаете нить, вот это первое. А во второй нить не отрезаем, поскольку мы будем вот так вот вместе их дальше соединять, вот так. Делаем одну воздушную петлю. И дальше, объединяя два, то есть две ноги, мы вяжем прибавка, вот одна воздушная, далее прибавка, 16 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Теперь нужно провязать еще одну прибавку. 1, 2. Дальше вот в эту воздушную петлю с одной стороны делаем еще один столбик. Вот эта воздушная петля. Вот она. 1 столбик. Дальше еще одна прибавка. И еще 16 столбиков без накида. Провязали 16 столбиков без накида по второй ножке. Далее делаем еще одну прибавку. 1, 2. Далее вот в воздушную петлю делаем 1 столбик, и у нас закончился первый ряд тела. Здесь получилось 42 столбика без накида. Теперь начинаем вязать второй ряд. Для этого отмечаем начало ряда любым удобным для вас способом и начинаем вязать второй ряд. Один, два, три, четыре, пять. 6 столбиков, прибавка. Итак, чередуем до конца ряда. 6 столбиков, прибавка, 6 столбиков, прибавка.
провязали второй ряд, далее с 3 по 11 ряд нужно вязать без изменений по 48 столбиков без накида в ряду, то есть вверх прямо без изменений мы должны провязать 9 рядов. Провязали 9 рядов, далее 12 ряд вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков и убавка. 1, 2, 3, 4. Пять, шесть столбиков и убавка. И так необходимо повторить до конца ряда еще 4 раза. Довязали ряд, дальше 13 и 14 ряды мы вяжем без изменений по 42 столбика без накида. Следующий 15 ряд вяжем. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков и убавка. И так чередуем до конца ряда. 2, 3, 4, 5. И убавка. Довязали 15 ряд, далее 16 и 17 вяжем без изменений, то есть 2 ряда нам надо провязать по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Далее 18 ряд. Чередуем 4 столбика без накида, прибавка 6 раз. 3, 4, убавка. Четыре столбика, 1, 2, 3. 4 и убавка. Так до конца ряда. Дальше 19 и 20 ряды мы опять же вяжем без изменений. Уже по 30 столбиков без накида. Вяжем так 2 ряда. Следующий 21 ряд. Это последний ряд с убавками. Вяжем 1, 2, 3 столбика. Убавка 1, 2, 3 столбика. Убавка. И так повторяем до конца ряда. В конце ряда должно получиться 24 столбика без накида. Довязали последнюю убавку, затем в 22 ряду мы будем ввязывать ручки. Подготовили ручки, мы их набили в нижней части, теперь будем их ввязывать в тело вот здесь. Для этого вяжем 1, 2, 3, 4 столбика. Берем первую ручку, складываем ее вот так пополам, вот, и вот, цепляясь вот за этот столбик и за этот, вводим крючок. Раз, два, вот,
После крючок вводим в следующий столбик на теле, вот здесь, и провязываем столбик. Дальше точно так же, вот здесь, с этой стороны, затем с противоположной стороны и на теле второй столбик. Четвертый. Пятый. И последний, шестой. Вот так вот мы ввязали вторую ручку. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь берем вторую ручку и точно так же присоединяем к телу. Вот так ввязали вторую ручку, точно так же, как первую. Далее 2 столбика до конца ряда у нас еще остается. Провязываем их. Раз. Два. И еще один ряд без изменений нам нужно провязать. Это последний будет ряд. Довязываем ряд последний, и вот этот вот последний столбик делаем соединительным, воздушную петлю и отрезаем нить. Нить можно отрезать не сильно длинную, чтобы ее потом закрепить внутри, поскольку длинная нить у нас есть от головы, вот она, да, и мы ею будем пришивать. Теперь нам надо плотно набить тело. Вот так плотно я набила тело холофайбером. Вот так вот оно пока выглядит. И теперь последняя деталь, которую нам надо связать, это хвостик. Для этого в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. Четыре, пять и шестой. Затягиваем кольцо. И теперь в следующем втором ряду делаем прибавки в каждый столбик. В итоге у нас получится 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так до конца ряда. Закончили второй ряд вязать. Теперь третий ряд мы просто вяжем 12 столбиков без накида. 8, 9, 10, 11 и 12. Делаем соединительный
столбик и вытягиваем нить. Нить оставляем подлиннее, потому что мы потом хвостик будем пришивать к телу. Вот такая вот деталька. Вот так вот нам сзади надо будет ее потом пришить. Вот так пришили хвостик. Теперь осталось всего лишь пришить голову. И зайчик будет готов. Пришиваем голову. Все, голову мы с вами пришили. Вот такой прелестный заяц получился. Если у вас возникли какие-то вопросы по ходу вязания, то задавайте их в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся уже совсем скоро. Пока!